Здравствуйте. Мой друг Марк открыл в Глазго магазин компьютерной техники. От продажи одного компьютера он получает 27 фунтов, а его ежемесячные расходы составляют 10 тысяч фунтов. Какое минимальное количество компьютеров в месяц ему нужно продать, чтобы получить хоть какую-то прибыль? Итак, мы должны узнать, какое минимальное количество компьютеров Марку нужно продать, чтобы получить прибыль. Давайте введем переменную. Пусть x будет количеством компьютеров, которые продаст Марк. Теперь давайте подумаем, чему будет равна прибыль и как ее записать. В данном случае я имею в виду чистую прибыль. Мы знаем, что с продажи одного компьютера Марк получает 27 фунтов. Значит, прибыль будет равна 27 умножить на количество компьютеров, которые он продаст, то есть на x. Но еще в задаче сказано, что его расходы каждый месяц составляют 10 тысяч фунтов. Следовательно, от 27х мы должны отнять 10 тысяч. Нас интересует прибыль. Нам нужно выяснить, какое минимальное количество компьютеров в месяц Марку нужно продать, чтобы получить хоть какую-то прибыль. Значит, прибыль должна быть больше нуля. Я предлагаю сначала найти то количество компьютеров, от продажи которых прибыль будет равна нулю. Так мы поймем, что минимальное количество компьютеров, продажа которых принесет прибыль, будет немного больше. Сейчас мы собираемся выяснить, продажа какого количества компьютеров сделает бизнес Марка безубыточным. Итак, 0 равен 27х минус 10 тысяч. Такого рода уравнение вы видели и раньше. Прибавим 10 тысяч к обеим частям уравнения. Прибавляем 10 тысяч к левой части и к правой. Так мы избавимся от минус 10 тысяч в правой части. В результате мы получим 10 тысяч равно 27х. Теперь, чтобы найти x, нам всего лишь нужно разделить обе части уравнения на 27. Делим на 27 левую часть и правую часть. В правой части остается только x. Давайте поменяем части местами. Итак, в левой части у нас x. И x равен 10 тысячам, деленным на 27. Как я уже говорила, я поменяла местами левую и правую части. А чему равно 10 тысяч разделить на 27? 10 тысяч разделить на 27. В единице и в 10 27 не содержится. В сотне 27 содержится 3 раза. 3 умножить на 27 – 81. 100 минус 81 – это 19. Сносим 0. В 190 27 содержится 7 раз. 7 умножить на 7 – это 49. 7 умножить на 2 – это 14. 14 плюс 4 – это 18. А 190 минус 189 – это 1. Сносим еще 0. В 10 27 не содержится, значит здесь записываем 0. 0 умножить на 27 – 0. 10 минус 0 равно 10. Далее ставим десятичную запятую вот здесь и сносим еще 1 0. В сотне 27 содержится 3 раза. На этом мы и остановимся. Таким образом, x приблизительно будет равен 370,3. И еще много цифр после запятой. Но этого нам достаточно для того, чтобы ответить на вопрос задачи. Какое минимальное количество компьютеров в месяц нужно продать Марку, чтобы получить хоть какую-то прибыль? На самом деле Марк не может, конечно же, продать 370,3 компьютера. Он может продать только 370 компьютеров. Но если он продаст ровно 370 компьютеров, он останется в убытке. Это меньше того количества компьютеров, продажа которых сделает его бизнес безубыточным. Следовательно, чтобы покрыть свои расходы и получить хоть какую-то прибыль, ему нужно продавать как минимум 371 компьютер в месяц. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч!